Мы уже не раз рассказывали о том, как тверские врачи регулярно ездят в зону СВО помогать своим коллегам оказывать медицинскую помощь и раненым бойцам, и мирному населению освобожденных территорий. Ездят медики в качестве волонтеров. Это доктора разных специальностей. Реаниматологи, хирурги, ортопеды, кардиологи, терапевты и другие. Сразу целой командой в зону СВО ездят и специалисты из областной клинической больницы. Специалисты из Тверской областной больницы ездят на подмогу коллегам в госпитали и лечебные учреждения, находящиеся в зоне СВО практически с начала специальной военной операции. Хирург-травматолог Степан Шинкарев, можно сказать, постоянно на чемоданах. Едет регулярно на 2-3 недели. Страшно было в первый раз, но бояться там некогда. Сразу с порога в операционную, к столу, спасать жизнь пациенту. Там пришлось учиться и новым навыкам. Здесь я работал до СВО, но огнестрельные были охотники, там бывают друг друга подстрелят, да, ранят на охоте. Но минно-взрывной, конечно, травмы я ни разу в жизни не видел до поездки туда. Опыт большой, там по тем же остеосинтезам в аппаратах внешней фиксации научился еще многому, помимо того, что умел. Безусловно, хирурги разных направлений, реаниматологи, медсестры, санитары – в госпитале все эти специальности на вес золота. Но ведь есть и мирные жители с хроническими заболеваниями, которые вынуждены ждать медицинской помощи месяцами. Поэтому на освобожденных территориях очень ждут терапевтов и гинекологов, и гастроэнтерологов, и кардиологов. Первая поездка кардиолога Ирины Епишкиной была прошлым летом. Причем было все спонтанно. Оттуда, правда, возвращаешься другим человеком, делится врач. Поездки, они очень много дают и в плане профессионализма, и в плане вот, ну, человеческих каких-то качеств. Ты по-другому начинаешь смотреть, когда возвращаешься сюда, и, ну, ценить начинаешь вещи, которые мы обычно не ценим. Вот. И поэтому, ну, я не знаю, как у моих коллег, но у меня рано или поздно всегда наступает ощущение, что мне хочется туда вернуться, поехать туда опять, помогать, чувствовать свою вот эту вот нужность. Врачи областной больницы на постоянной основе ездят добровольцами уже второй год. Многие присоединяются к команде, глядя на коллег. Сомневаться не надо, если есть желание, если есть решение помочь родине. Надо помогать, ехать и пожелать поддержки родных и близких, чтобы их и дома поддержали, чтобы руководство больницы их поддержало и отпустило бы туда. Наверное, это самое главное. Главный врач областной больницы поддерживает инициативу врачей и их желание отдать долг родине и ее защитникам. В ближайшее время еще одна бригада врачей в составе в том числе Ирины Епишкины и Степана Шинкарева вновь отправится в зону СВО. Уже постоянная бригада помогает нашим медикам на, как говорится, новых наших территориях. Вот. Я думаю, что при таком дефиците кадров у них там в настоящее время, это очень... Помощь, она своевременная и, конечно, востребована. Их просто там просят, чтобы они приезжали. Кроме областной больницы, в медучреждениях зоны СВО и освобожденных территорий работали врачи и из других больниц Твери и Тверской области, которые безвозмездно помогали врачам спасать жизни и здоровье раненых бойцов, оказывали помощь мирному населению, проводили диспансеризацию и по многим другим вопросам, тем самым помогая приблизить победу и восстановить мир и справедливость на родной земле.